Впервые в истории. Премия, объединяющая не только музыку. Жара Мэг, Жара ФМ, Жара ТВ. Новые лица, новый стиль, новое дыхание. Жара Медиа. Впервые и надолго. Позволила б тебе месяцами не спать, не позволила б тебе изнутри себя съедать, не позволила б тебе себя во всем винить, не позволила б себе все то, что сделал ты. Говорил мои слезы, манипуляция актрисы, а я думала, что люблю сирен. С твоих качелей не берет холодный душ, а теперь горько плачь. Маленький мамин мальчик, что поменялись местами жертва и абьюз. Все, как ты хотел, девочка повзрослел. Выросла с твоих качелей, не берет холодный душ, а теперь горько плачь. Маленький мамин мальчик, что поменялись местами жертва и абьюз. Женский плач — это молчание. Тебе было наплевать, в каком состоянии. Я вымывала твою соль и своих свежих ран, но все равно ждала твое имя на своем экране. Все вокруг не внушали о том, что я должна быть сильной, но только вот походу не. Встречайте, ведущие премии Владимир Маркони и Валя Карнавал. Привет,
Привет, привет всем любителям качественной музыки. Добрый вечер, меломаны. Добрый вечер, Жара Media Awards. Друзья, мы рады приветствовать вас на этой уникальной премии, которая впервые объединяет не только музыку. Вот так-то. Эта премия включает в себя абсолютно три разных блока. Жара Мэг, Жара FM и Жара ТВ. Жара Media Awards – это уникальная премия. Она первая, но уже ежегодная. Мы начинаем! Начать мы хотим с Жары Мэг. Опа! Красиво. Вале, большое спасибо, что принесли с собой 17 айфоны. И для представления первой номинации мы хотим пригласить главного редактора журнала «Жара Мэг», приятного Олега Пилягина. Пожалуйста. Олег, я так рад видеть большой солдаут в Крокусе на премии «Жара Медиа Эвордс». Это нереально круто. Раз мы готовы, тогда так. Можем перейти к первой номинации, которая звучит следующим образом. Fresh Blood. Fresh Blood. Акмаль. Амирчик. Джакон АВГ. Милана Стар. Мона. Расскажу маленькую предысторию. Именно этот артист, который сейчас получит награду в номинации Fresh Blood от Жара Мэг, в свое время на него обратил внимание, я ищу просто его в зале, в свое время на него обратил внимание сам король эстрады Филипп Киркоров. Итак, это wow. Раз, два, это Амирчик побеждает! Ура! Где наш победитель? Амирчик, мы тебя ждем! Вот это король! Очень красиво! У тебя мой я поцелуй. Тебя поздравляю! Ты, это заслуженная награда, ты большой-большой молодец. И посмотри, какая она крутая. И ты ее заслужил. Ура! Аплодисменты! Всем привет, друзья! Привет, Крокус! Привет, Жара! На самом деле, я сейчас сидел и думал, вот мне не верится. Представляете, вдруг я себя выиграю. Ну, я вот прям такого на самом деле даже и не представлял. 2 года назад еще я работал на стройке в городе Бишкек, Кыргызстан. И никогда не думал, что буду стоять на такой большой сцене и получать награду еще и от Жары. Спасибо вам большое. Всем хорошего вечера. Я голосовал. Я буду говорить так всем нашим победителям. Можно, пожалуйста, максимум шума для моей команды за тем столиком? Итак, на сцене Лёша Свик, Нилетто и Олег Майами с песней «Не вспоминай». Воу! Ты вспоминай. Каблуки новые, резко в такси, и ты едешь назад. Все мысли в сторону, есть только ты, телефон для всех занят. Сердце тревожит, во сколько вернешься домой, ты не знаешь. Сколько пыталась быть верной, ты верна, ты это знай. Самая верная девочка, ты верно поступишь, если уйдешь от него. А чья была тут игра?
Больше не ищи, меня больше не зови. Меня, я тебе не лучший друг, мы разные берега. Я тебе оставлю свои воспоминания навсегда. Ты не вспоминай меня. Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучший друг, мы разные берега. Я тебе оставлю свои воспоминания навсегда. Ты не вспоминай меня. Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучший друг, мы разные берега. Я тебе оставлю свои воспоминания навсегда. Ты не вспоминай меня. Спасибо! Спасибо! Итак, пришло время перейти ко второй номинации, одной из самых стильных и модных номинаций нашей премии. Номинация звучит следующим образом. Инфлюенсер года. Инфлюенсер года. Ида Галич, Мария Мельникова, Настя Ивлеева, Оксана Самойлова, Ольга Бузова. Победителем стала Ольга Бузова! О! Ольга Бузова! Вау! Вау! Ольга Бузова, дамы и господа, пожалуйста, искупаем овации. Царица, вот она. Так, Оля. Оля, как вам идет эко-кожа? Очень красиво, очень хорошо. И как тебе идет эта статуэтка? Поздравляем. Спасибо. Столько мыслей в голове, надо их сейчас собрать. Мои хорошие, во-первых, я хочу сказать, хотя бы здесь, на этой сцене, да, я согласна. Спасибо, Жара Media Awards и моим людям, которые голосовали за меня, что дали мне возможность хотя бы здесь сказать, что я согласна, я принимаю, мне безумно приятно, потому что на самом деле для меня это самая главная премия сегодняшнего вечера, потому что в руках и в ваших глазах и голосах я держу выбор страны. В следующем году будет ровно 20 лет, как я на телевидении. И с 2009 года я занимаю в ваших сердцах первое место по всем голосованиям и пабликам. Поэтому это огромная ответственность. Я буду делать все для того, чтобы вас очаровывать и не разочаровывать. И сегодня я тоже для вас спою. Прекрасный вечер, прекрасная премия. Прекрасные мои люди, которые встречали меня сегодня. Привет, мои хорошие. И прекрасная Ольга Бузова! Да, хочу пожелать вам всем прекрасного вечера и безумно счастлива видеть молодых артистов, немолодых артистов, начинающих, красивые все, худые. Валя классно выглядит. Маркони! Да, да, красавчик! Подумер, спасибо большое! Кайфуйте, ничего не бойтесь, жизнь одна, и наслаждайтесь каждой секундой, ведь каждая секунда в этой жизни имеет значение. Спасибо. А мы тем временем хотим перейти к следующей номинации, которая поможет ответить на вопрос, а кто же самый стильный артист нашей сцены? На всякий случай уведите Филиппа Киркорова от экранов, потому что, возможно, он не вынесет, если не услышит своего имени. Итак, ваши аплодисменты, номинация на стиле. На стиле. Мия Бойко. Нилетто. Андро. Егор Крид. Коста Лакоста. Номинация на стиле, поехали. И опа, вот это да! Номинация на стиле, Коста Лакоста. Оу! Оу! Коста Лакоста. Подождите, подождите, как же победитель без нашего приза? Вот теперь на стиле. Коста Лакоста, на вашем лице считается счастье. Мода модой, стиль стилем.
Но в такую погоду лучше одеваться потеплее, ребята. Всем большое спасибо. Жаре респект. Лаконично. Да чего уж там. Коста Лакоста! На сцене мод с песней «Мои типы». Встречаем! Мои типы знают, чё и где бы куры лезет. Мои типы профи, если рэп это профессия. Так занимай ландо, без них. Но музыка из андера научит лучше гнезд. Чтобы дать огня, типа мне нужен бензин. Если обнимаю, то как будто кингпин. Типы типа жи, музыка наш джим. Прокачались так, что остальные жим-джим. Мои типы залетают в мой дом, будто VBN. Извините, мэм, что на кибеже. Нету тормозов на радарах, оф, ты не готов. Если твоя девочка уже на деле знает. Рюкзаки, когда есть варик для портфеля. Выкупят и вымутят, выкупят и вымутят. Выгоду, знать свою выгоду. Мои дивы в бизнесе, как бам-бам било. Ранцы между зожжу, жестким обезвожен. Нас никто не верил, но еще раз мы можем. Мои типы, кэш, толст, чем бей. Мои типы, на Сантьяго в Мадриде. Мои типы, мы в собственной лиге. Мои типы, эй, мои типы, эй. Жара, дайте шуму. Зале они чаще, чем на свиданке. Не доверяют они даже зеркалу в качалке. Дайте шуму на сцене, потому что кто? Итак, долгожданная номинация. Пара года! Пара года. Джиган и Оксана Самойлова. Мод и Мария Мельникова. Пашу и Ханна. Манекен и инстасамка. Эсте и Асоль. Номинация «Пара года» и «Пара года» — это... Конечно. Джиган и Оксана Самойлова! Пожалуйста, пожалуйста. Боже, вот они. Инь-янь. Просто, просто фантастика. Здравствуйте, здравствуйте. Прекрасно выглядите. Просто удивительно, удивительно. Поздравляем вас. Это статуэтка, конечно же. Вот мы не сомневались, Оксана, что именно она у вас в руках окажется. Добрый вечер всем. Большое спасибо залу за такую большую поддержку. Мы вас слышали. Спасибо. И спасибо Жаре. Мы, конечно, не самая идеальная пара, если так сказать. Но мы очень долго вместе при любом раскладе. Поэтому, наверное, все-таки лучшая пара. Джиган, это правда. И, конечно же, у меня к вам небольшая просьба. Мы понимаем, вы живете быстро, ярко. До конца вечера... Вы должны оставаться идеальной парой, как минимум, хорошо? Это легко. Ну, хорошо. Мы справимся. Это важно. Да, и спасибо всем, кто нас поддерживает. Спасибо всем, кто верит в нашу пару на протяжении стольких лет. Всем хорошего вечера, друзья. Спасибо. Можно и песню посвятить своей половинке, да? Вы не против? Давайте я посвящу песню. Эта песня будет специально для моей прекрасной супруги Оксаны. И для вас всех тоже. Спасибо. Аплодисменты! Ой, ой. Ну, в таком случае, да, мы готовы к этому.
И я хочу позвать на эту сцену еще одного прекрасного артиста. Его зовут Андро. Андро, брат. Вот такая пара. Да. Удивительно. Пара года. Еще раз всем добрый вечер. Круглс. Стрелы Купидона, твой удар в сердце. Нам не нужен иксо, хватит пару слов. Никуда не деться, мы две стороны одной медали. Нас не разлучить, как бы они ни пытались. Вспомни, кем мы были, посмотри, кем мы стали. Нашли в друг друге то, о чем всегда мечтали. Ты знаешь, я был, детка, а мотап стана. Всегда в движении, уже другим не стану. Когда выступаю в клубе, жарко, будто сауна. Делаю динеро и прокачиваю саундом. Опа, я подниму тебя до топа. До самых звезд без помощи телескопа. Оу, да, покачивая бедрами в такт. Ты номер один, бэйби, это факт. Когда со мной рядом, ты мое тело в мурашках. Между нами связь, и тут дело не в бумажках. I feel love, вот что на самом деле важно. Со мной тебе никогда не будет страшно. Сделай Купидона, твой удар в сердце. Нам не нужен иксо, хватит пару слов. Между нами нити, I feel your love. Дело все в мурашках, я хочу еще. Сердце, наши чувства не остыли. Каждый раз с тобой, словно это впервые. Помню все ясно, так откуда амнезия? Просто ты и мой сур, детка, ты моя стихия. Растегивая медленно дыни Майка Милли. Нам с тобой уютно вдвоем в этом мире. Аромат Диор меня окутал стилем. Нас разбудит рассвет утром на вилле. Love me, твое тело сладкая клубника. One love, я доведу тебя до пика. Правда, со мной ты всегда будешь раздета. Бокал наполнен и за окном летом. Без обратного билета вверх улетаем. Они захотят о нас узнать все в деталях. Мы никогда не прятались, ничего не скрывали. Но только нам известно, что между нами. Сделай Купидона, твой удар в сердце. Нам не нужен иксо, хватит пару слов. Между нами нити, I feel your love. Дело все в мурашках, я хочу еще. Сделай Купидона, твой удар в сердце. Нам не нужен иксо, хватит пару слов. Между нами нити, I feel your love. Дело все в мурашках, я хочу еще. Люблю. И вас люблю. Спасибо, Андро. Спасибо. Спасибо, Жара. Итак, наступил момент финальной номинации блока «Жара Мэг». Опа! И как я знаю, Валя очень волнуется, ведь она представлена в этой номинации. «Голос блога». «Голос блога». Валя Карнавал. Джарахов, Милана Хаметова, Дава, Кара Кросс. Это там точно вы, Валя? Фотку выбрали, конечно, самую удачную, ладно, ребята. Ладно, какая была на аватарке, то и взяли. Итак, номинация «Голос блога». И побеждает... Да-да, как это? Так, сама будешь читать? Побеждает Валя Карнавал! Посмотрите-ка, вот, вот здесь, кириллицей. Вот так-то, Валя Карнавал. Что бы тебе, Валя, пожелать, чтобы... Валя, что чувствуешь, став голосом блога? Я не знаю, как-то очень волнительно, неожиданно. Спасибо большое. Так. Я честно, я не знала, клянусь, ребята. Спасибо большое, спасибо за то, что проголосовали за меня. Это очень приятно. Это одна, наверное, из первых моих таких наград. Спасибо еще раз. Сегодня мы не раз говорили о том, что эта премия о новом дыхании, о новых лицах, о новых хитах. И прямо сейчас на сцену выйдет молодой артист, чьи песни уже активно врываются в топ-чарты и становятся любимыми. Так что запоминайте это имя, делайте с этим именем татуировки и называйте так своих детей. Добро пожаловать на кинопоказ фильма «Я не забуду». На сцене «Октаж» и балет Аллы Духовой «Тодес». Встречаем!
тебя всегда февра. Давно погасли все огни, пустынный взгляд куда-то вдаль, лишённый начисто любви. А я пылаю до небес, пишу стихи тебе в лес. Я так хочу тебя согреть, но сбиты ритмы двух сердец. Да, ты крайний север, все дороги замело. Я бы рад тебя забыть, но не смогу даже назло. Я ждал сюжетный поворот, но боюсь, это не кино. Даже в мае мороз источали глаза. Я лишу тебя слез, но а ты меня сна. Не забуду мороз, не забуду мороз. Даже в мае мороз источали глаза. Я лишу тебя слез, но а ты меня сна. Не забуду мороз, не забуду мороз. Я ищу свет там, где его нет. Белокурая луна кутается в плед. Звезды тихо догорят и уснут навек. В леденящей темноте тает силуэт. Открой глаза и дай мне в них упасть, но ты во льдах, и тебе чужда страсть, воет гроза. Волком моей груди я не смогу просто взять и уйти. Даже в мае мороз источали глаза, я лишу тебя слез, но ты меня сна. Не забуду мороз, не забуду мороз. Даже в мае мороз источали глаза, я лишу тебя слез, но а ты меня сна. Не забуду мороз, не забуду мороз. Даже в мае мороз источали глаза, я лишу тебя слез, но а ты меня сна. Не забуду мороз, не забуду мороз. Пять номинаций «Жары Мэг» нашли своих победителей, и наступил момент поменять стиль, и мы переходим к следующему блоку и к следующим наградам. Блок «Жара FM». Вау! Вот тебе, кстати, интересный факт. «Жара FM» — это первая радиостанция, где прозвучала моя песня. Я тоже когда-нибудь скажу эту фразу, вот так-то. Подожди, ты что, тоже хочешь запеть? Да, ведь моими песнями можно будет выбивать долги. А пока вы лишены такого счастья, для нас будут петь те, кого природа наградила голосом и талантом. Итак, хит, взорвавший чарты, поэтому подпевать вам будет крайне легко. Эльман, Тони, Андра и Мона с песней «Зари». Пожалуйста. Жара, привет! Споем вместе. Зари с тобой я, мою нежность видно свыше. Я тебя от беды укрою и навеки стану ближе. Пусть любви несет корабль нашу песню с года в год. Ты мне даришь только радость, я тебе дарю восход. Тебя встретил, сразу распустились цветы моего сердца, что я долго прятал. Моя родная, как так получилось, что еще раньше твоих глаз не знал я. Ты моя муза, ты моя награда, ты мое счастье, мое вдохновение. Просто будь со мною рядом, а я буду твоей тенью. Зари с тобой я, мою нежность видна свыше. Я тебя от бед укрою и на веки стану ближе. Пусть любви несет корабль нашу песню с года в год. Ты мне дашь только радость, я тебе дарю восход. Хочу обнимать
тебе день ото дня. Хочу целовать нежно руки твои. Ты моя гордость, ты моя семья. Буду с тобой от зари до зари. Зари до зари с тобой я. Мою нежность видно свыше. Я тебя от бед укрою и навеки стану ближе. Пусть любви несет корабль, нашу песню с года в год. Ты мне даришь только радость. Я тебе дарю восходы. Зари с тобой я. Мою нежность видно свыше. Я тебя от беды укрою и навеки стану ближе. Пусть любви несет корабль нашу песню с года в год. Ты мне даришь только радость. Я тебе дарю восходы. Спасибо вам огромное! Спасибо! Итак, друзья, мы переходим к нашему блоку «Жара FM», но перед этим хочется пригласить на сцену человека, которого каждый артист знает не понаслышке. Главный редактор радиостанции «Жара FM» Игнат Ражников. Пожалуйста, больше аплодисментов, больше ротаций. Здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Я очень рад вас видеть на этой премии. Наверное, стоит посмотреть на номинантов. Это блестящая идея. Итак, пожалуйста, наши номинанты. Краш года. Джарахов. Клава Кока. Лирик. Маркул. Мэри Гу. Ну что ж, в этой номинации мы хотели подчеркнуть людей, которые оставили особый след в нашем сердечке, в сердечке музыкальной редакции «Жара FM». Ну что, давайте откроем конверт. Конечно, мы готовы, мы трепещем, мы в ожидании. И премию получает Мэри Гу! Оу! Мэри Гу, пожалуйста, на сцену! Взяла, разобрала диско-шар, и вот она здесь. Пожалуйста. Привет, друзья. Привет, Крокус. Спасибо большое. Я не знаю, что говорят в таких случаях. Очень приятно, очень неожиданно. И спасибо моей команде, конечно. Хорошими артистами без команды не становятся. Моей бабушке, которая в этот стартап вложилась с самого начала и взорвала. И, конечно, Жаре за то, что столько лет поддерживаете нашу музыку. Спасибо большое. Встречайте, Ольга Бузова и балет Аллы Духовой! Thank you.
натянутые, терпение не вечное, но вечные противоречия и вновь оправдания глупые. Наша любовь с тобой что-то хрупкое, что-то хрупкое. Мы уснем и проснемся. Все равно под звуки поцелуев мы уснем и проснемся, вместе проснемся. И все равно мы обо всем забудем, перепишем, сотремся, снова сотремся. Но все равно под звуки поцелуев мы уснем и проснемся, вместе проснемся. И все равно мы обо всем забудем, перепишем, сотремся и назад не вернемся. Я меняю номера, но ты считаешь это вызов. Я твое сердце режу пополам. Нет, ни любовь, даже не близко. Строй с тебя кого угодно. Я не покупаю, значит не продано. К телу нет доступа, девочка гордая. Ты искал идеальную, вот она я. Твоя роковая ошибка, вот она я. Твоя роковая ошибка. Сегодня улечу из твоих чувств. Твой номер, game over, я больше не хочу. Сегодня улечу из твоих чувств. Твой номер, game over, я больше не хочу. Номинация «Дэнс года». «Дэнс года». «Винтаж», «Травма», «Скидри», «Дарк Лайт», «Плохая девочка», «Коста Ла Коста», «Весна», «Амирчик», «Мод», «Like I Love You», «Газан», «Черный мерин», «Инстасамка», «За деньги да». Итак, друзья, номинация «Дэнс года», и в ней побеждает... Плохая девочка, винтаж, винтаж. А, к сожалению, у Анны Плетневой концерт в Сочи. Мы делали все, чтобы он не состоялся, пытались его сорвать, но она сейчас танцует и пляшет, поэтому поздравляем ее. И статуэтка к вам, Анна, обязательно придет. Большое спасибо. А мы идем
Дальше. А тем временем на сцене появляется молодая группа «Города». Пожалуйста. Продолжаем, дорогие друзья. Поехали. Наша номинация блока «Жара FM». И на очереди номинация «Коллаб года». Пожалуйста. «Коллаб года». Джиган, Андро, Стрелы, Андро, Эльман, Тони, Мона, Зари, Мод, Амирчик, Like I Love You, Наваи, Тимати, Ламбо, Нилета, Олег Майами, Леша Свик, Не вспоминай. Итак, поехали. Номинация «Коллаб года» и побеждает в ней... Опа! Андро, Эльман, Тони, Мона! Зари! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Посмотрите!
Посмотрите на них. Фантастика. Ой, амбассадоры вкуса. Здесь и сейчас. Так. Время пошло. Хочу сказать спасибо огромное всем. Всем, кто голосовал за нас. Хочу сказать огромное спасибо Моночке за то, что она написала эту прекрасную песню. Андро, огромное спасибо за то, что ты так круто спел. Тони, ну мы с тобой, брат, вот так, на подпевку. Это безумие. Мы в первый раз, мне кажется, на этой сцене, первый раз празднуем победу. Спасибо всем, кто за нас искренне радуется. Мы вас любим. Мы любим своих родных и близких. Я люблю Мариэльку, жену и всех своих. Поздравляем. Мамочка, мама, я победил. Вау! Я хочу сказать огромное спасибо вам всем. Моночка, скажешь? Я хочу сказать огромное спасибо, Жара, за то, что вы даете возможность для молодых артистов развиваться. Мы вас... У меня руки трясут. Мы вас не подведем, мы будем радовать новыми треками. Спасибо вам огромное за то, что вы моя семья. Без вас бы ничего не было. Я люблю каждого из вас. И вас тоже люблю. Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Как хорошо. Давайте искупаем в овациях. Дорогие друзья, сейчас обещанный сюрприз. Встречайте Валя Карнавал с песней «Частушка». Пожалуйста. Вроде все окей, но все равно не то. То внутри so happy, то снова минор. То улыбка без причины, то дрожь по коже. Ждет зеленый свет на перекрестке с черной кошкой. Мейкап, а остался на подушке. Одна, да, и не до подружек. Их устало слушать, вокруг все так скучно. Ждет, когда закружит. Всем девчонкам нужен тот, с кем их огонек не гаснет. Как за каменной стеной с красной ниткой на запястье. Полный бабочек живот и сердечко рвет на части. Ты писала до него семь ошибок в слове счастье. Всем девчонкам нужен тот, с кем их огонек не гаснет. Как за каменной стеной с красной ниткой на запястье. Полный бабочек живот и сердечко рвет на части. Ты писала до него семь ошибок в слове счастье. Всем девчонкам нужен тот. В воспоминаниях будто скриншот. Сердце замирает, поет мимо нот. Взглядом ищешь его плечи среди прохожих. Он бы отогрел твои холодные ладошки. Всегда так с одним и до конечной. Fake love, разбитое сердечко. Хоть и время лечит, все же человечку нужен человечек. Всем девчонкам нужен тот, с кем их огонек не гаснет. Как за каменной стеной с красной ниткой на запястье. Полный бабочек живот и сердечко рвет на части. Ты писала до него семь ошибок в слове счастье. Всем девчонкам нужен тот, с кем их огонек не гаснет. Как за каменной стеной с красной ниткой на запястье. Полный бабочек живот и сердечко рвет на части. Ты писала до него семь ошибок в слове счастье. Всем девчонкам нужен тот. Скоро весна, месяц апрель, но рядом с тобой на танцах будет кто-то другой. Есть группа крови на моем рукаве, а вместо сердца мой позывной. Любить тебя, конечно, роскошь, скрывать не буду, мне повезло. Но вряд ли обо мне ты вспомнишь холодный. Перевернешь страницу, растворится в мегаполисе людном. А я бы хотел стать птицей той, что возвращается с юга. Скоро весна, месяц апрель, но рядом с тобой на танцах будет кто-то другой. Есть группа крови на моем рукаве, а вместо сердца мой позывной. Ты не за
зовешь меня на помощь, хотя я знаю твою печаль. Лишь пару слов в ответ уронишь мне на прощанье, конечно, жаль. Переболит там после, все вернется к солнцу оранжевым кругом. Я для других лакоста, а для тебя буду другом. Скоро весна, месяц апрель, но рядом с тобой на танцах будет кто-то другой. Есть группа крови на моем рукаве, а вместо сердца мой позывной. Воды потоком, не пытайся меня заметить, и в океане жить по законам. Ты не слышишь мой шепот снова, в этом море растает холод. Вместо суеты видишь горы, я унесу на дно целый город. Останови, попробуй, я не такой же, как ты. Нашей воды по горло, тело уже не болит. Останови, попробуй, я не такой же, как ты. Нашей воды подворла. Потоком воды вниз, алыми водопадами. Отпусти меня, и наши звезды падают. Наши звезды падают. Потоком воды вниз, я падаю, мы падаем. Потоком воды вниз, алыми водопадами. Отпусти меня, и наши звезды падают. Наши звезды падают потоком воды вниз. Я падаю, мы падаем. Я словно серфом пролетаю по тебе. По твоей коже проведу холодным пальцем. Нам интересно проводить эксперимент. Ты снова таешь, закрутившись на мне танцем. Алыми водопадами, алыми водопадами, алыми водопадами, алыми водопадами. И снова пусть бьют о берега волны, твоей воды сегодня полон. Потоком воды вниз, алыми водопадами. Отпусти меня, и наши звезды падают. Наши звезды падают. Потоком воды вниз, я падаю, мы падаем. Потоком воды вниз, алыми водопадами. Отпусти меня, и наши звезды падают. Наши звезды падают. Потоком воды вниз, я падаю, мы падаем. Thank you.
Жара FM. Продолжаем номинации. И прямо сейчас пришло время для ротации года. Пожалуйста. Ротация года. Звонкий. Люси Чеботина. Анна Асти. Хамали и Наваи. Мэри Гу. Ха-ха! Хамали и Наваи! Пожалуйста, ваши аплодисменты. Вот они. Ну, легенды, легенды. Спасибо нашим мамам, нашим папам, нашим родным и близким, нашим друзьям. Спасибо Бахти, спасибо Эмин, спасибо всем, короче, с нашим братьям старшим. Мы вас любим, слушайте душевную музыку, это помогает. Спасибо вам большое за поддержку. С вами были ваши Хамали и Наваи. Скоро увидимся на сцене. И будут, разумеется, Хамали и Наваи, скоро короли. На сцене. Ваши аплодисменты на сцене Джарахов и оркестр «Сириус» с песней «Вокзал». Пожалуйста. Твои бездонные глаза, а в них печаль размером с море. Я проклинал этот вокзал, этих людей, этот поезд. Вагон меня уносит дальше с каждым мигом. Прошу, не забывай меня, где бы я ни был. Нас в этом виде видел лишь дождливый Питер. Счастливы, как в книгах. Эй, проводница, как бы мне забыться? Я ненавижу засыпать, ведь она вечно снится. И мне не спится, снова пью, и как бы мне не спится. Я так устал видеть ее лицо тут во всех лицах. Ее бездонные глаза, а в них печаль размером. Я проклинал этот вокзал, этих людей. Поезд, твои бездонные глаза, а в них печаль размером с море. Я проклинал этот вокзал, этих людей. О, лето и осень длиной в вечность, ты навсегда в моем сердечке. Может, тебя больше не встречу, так будет лучше, но не легче. Я благодарен тебе, я ценю и надеюсь, меня не забудешь. Это так странно и больно, уходить, когда все еще любишь. Надеюсь, будешь счастлива с другим, тут нету лести. Не напишу тебе, но буду писать тебе песни. Внутри живет надежда, что мы еще будем вместе. Ну а пока вагон, купе, колеса, шпалы, рельсы. Твои бездонные глаза, а в них печаль размером с море. Я проклинал этот вокзал, этих людей и этот поезд. Твои бездонные глаза, а в них печаль размером с море. Я проклинал этот вокзал, этих людей и этот поезд. Финальная номинация блока «Жара FM» — «Хит года». «Хит года». Люся Чеботина, «Целуй меня», Андро, Эльман, Тони, Мона, Зари, Инстасамка, «За деньги да», Макан, Асфальт 8, Нилето, Олег Майами, Леша Свик, «Не вспоминай». Итак, пожалуйста, будьте добры, наш конверт. Валя, ну ты заскучала, я вижу, что без конверта. Поэтому держи, да. Открывай, радуйся. Кто же он? Номинант премии «Хит года»? Да нет! Да! Нилето, Олег Майами, Леша Свик, «Не вспоминай!» Парни! Оу! Дикие короли, вот они, вот! Можно улыбаться, можно радоваться! Здравствуйте! Ну, я, во-первых, просто хочу сказать всем привет, коллеги, с кем давно не виделись, что-то давно не пересекались со всеми. Спасибо всем, кто слушает эту песню и продолжает слушать каждый день, всем, кто ее создал
именно своими прослушками, ну, такой популярный сделал. И я бы назвал эту номинацию не «Хит года», а «Камбэк года». Спасибо. Пару слов туда-сюда. Всем привет, дорогие друзья. В общем, я хочу поблагодарить как минимум «Жара», потому что с вас началось вообще мое творчество. Ребятки, 2017 год, конец года, я все помню. Мы долго, надеюсь, так будем стоять с тобой. Да. Второе, это хочу поблагодарить всех своих пацанов, с которыми мы поработали над этой песней. Ну и третье, всем спасибо, кто голосовал, спасибо всем слушателям. Блин, ребят, я честно в шоке. Спасибо огромное! Это заслуженно, и аплодисменты вам от всего нашего зала. Фантастика, «Дикие короли». Мы встречаемся осенью, но у него всегда май. На сцене Love Six Six с песней «Май, май». Я думал, ты занята, потом думал, что не та. И как вместе полетали, я сразу понял что-то. Вопрос, но вот он, как холодную воду. Что из нее не вылезти, я, наверное, запомнил. Я в старом доме, весь день, весь день. И понимаю то, что я совсем один здесь. Ну и что, что под ногами у меня снег. Вспоминаю, как мне было тепло с ней. Специально для всех вас выступает еще раз. О, все, не ошибся. Егор Крид, пожалуйста. Как настроение, друзья? Все хорошо. Я хочу, чтобы прямо сейчас все, кто есть в этом зале, зажгли фонарики, подняли вверх свой огонь. Зажигалки, воздух, мы с тобой в танце. Мы не влюблены, мы любим притворяться. Знаешь, сколько их было, не загибая пальцы. Но ничего не сможет помешать со мной остаться. Зажигалки, воздух, мы сожжем систему. И вновь с тобой разрушим на пути проблему. Мы с тобой словно два патрона в парабеллум. Мы когда дресс-код на черном, мы одна лишь пара белых. Я не знал, что она так умеет, не пойти, ты ее тени, мне наплевать, с трудой с той стены. Увидел ее, сообщая потери, беру два бокала меша, беру эти двух меша, губы не имеют. Я даже не знал, что она так умеет, не пойти, ты ее тени, мне наплевать, с трудой с той стены. Увидел ее, сообщая потери, беру два бокала меша. Я назову тебя ласково, сучка, ведь тебе это нравится. Я нашел твою точку Гуччи, да теперь мне расслабиться. Шашки играют на сумке ЛВ, а в сумке ЛВ ты в голове. Забудь о плохом, все плохое на мне, это я тебе. Зажигалки наверх, пусть горит наше пламя навек. Ты целуешь мои все тату, и по ним мы устроим подбег. Мы рискуем, так часто рискуем, делаем все, когда времени нет. Рисуем, стираем, рисуем, наш с тобой самый крутейший момент.
сообщаю, потери беру, два бокала мешаю, беру этих двух и мешаю. Куплю мне, я даже не знал, что она так умеет. Я увидел ее, сообщаю, потери беру, два бокала мешаю, коктейли беру, этих двух и мешаю. Знал, что она так умеет. Руки потеют на ее теле. Мне наплевать, соплю, сто истерик. Я увидел ее, сообщаю о потере, беру два бокала, мешаю. Беру этих двух и мешаю с третьих. Итак, мы переходим к следующему блоку и следующему стилю. Он называется «Жара ТВ». Мы переходим к номинации, вызывающей волнение даже у самых серьезных исполнителей. Валя. Можно я нашепчу? Нашепчу, давай, что это за номинация? Нашепчи, малыш. И это номинация «Певец года». «Певец года». Егор Крид, Мот, Макан, Нилетто, Рамиль. Вот это крутая стартовая баскетбольная пятерка. На этих парней я бы посмотрел. Ах, все красавчики. Певец года, и это... Да не томи ты уже! Егор Крид! Вау, вау, вау! Певец года, Егор Крид! Здравствуйте, дамы и господа, еще раз. Я хочу сказать большое спасибо всем моим слушателям, всем моим поклонникам, которые на протяжении такого долгого времени меня поддерживают, меня любят и за меня голосуют. Эта награда, это как очередная ачивка, что мы это делаем все не просто так, что мы не зря ставим свое здоровье на кон. Спасибо вам большое за любовь. «Жара Media Awards» — это в первую очередь про эмоции, про нестандартность и про новый взгляд. Так вот, такого вы от нее точно никогда не ждали. Итак, приготовьтесь. Ваши аплодисменты. Мэри Гу! Если честно, можно даже не пытаться держать дистанцию. Если честно, между нами еще минут 15 максимум. Станет тесно, слишком тесно в этой комнате огромной. Я забуду забыть, ты забудешь запомнить. И кто-то не я дотронется до души, снова не про меня. И не мне напиши, в чем тебя обвинять. У каждого своя жизнь. И кто-то, ну не ты, мне правильно лет ищу. Я попробую вас, и тебе зиву ищу. Но кроме пустоты ничего внутри волчу. Не влюбляйся, милая, не люби. Пожалуйста, отдохни его силою. Или он безжалостно отступит и выбросит тебя. Мне пора сесть в машину и уехать без оглядки. Мне пора себе внушить, что ты и без меня в порядке. Ну да, из-за тебя не спать паршиво, если честно. Ты такой же, как все, со мной рядом не место. И кто-то не я дотронется до души, снова не про меня. И не мне напиши, в чем тебя обвинять. У каждого своя жизнь. И кто-то, ну не ты,
парень нальет еще, я попробую остыть тебе за его счет. Но кроме пустоты ничего внутри, вот черт. Номинация «Видео года». «Видео года». Мари Краймбрери. «Мне так повезло». Ольга Бузова. «Верни». Гаязов с «Бразерс». «Невеста». «Инстасамка». «За деньги да». «Наваи» и «Тимати». «Ламбо». Итак, победителем стала Ольга Бузова! Вот она! Львица-тигрица, разумеется. Фантастика! Оля! Как у тебя это получается? Тебя все обожают! Тебе все аплодируют! Это все без вашей любви не имело бы никакого смысла. Это наша награда. Это ваша награда. Я безумно счастлива, и я просто хочу вам сказать огромное спасибо. Ольга Бузова! Все только начинается. Дорогие друзья, приготовьте ваши бинокли, трубы, телескопы. Он уже среди нас. Такого вы еще точно не видели. Прямая трансляция из-за кулис премии «Жара Медиа». И на связи, раз, два, три, Амирчик! Это любовь, самообман, и до утра я буду... Наркоз и облака. Ты не моя. Это любовь, самообман. И до утра я буду. Наркоз и облака. Ты не моя. Ты не моя. А я не твой. Наш разговор, ная боль. Время прошло, ты холодна. Теперь я с другой, и ты занята. А может, лучше будет вовсе теперь. Я подобрал ключи, но не открыл дверь. Мне так жаль, что ты сияешь не для меня. Смеюсь, что ты моя. Это любовь, самообман. И до утра я буду. Наркоз и облака. Ты не моя. Это любовь. Хлоп-хлоп, удаляюсь с архива. Я любуюсь тобой, ты жди во.
после фильма. Я с тобой так хочу. Надеюсь, у меня получится. Но ты не моя, и я мучаюсь. Это любовь. Red Hays Crew, погнали! Это любовь. Темпа, не теряя накала, мы готовы представить следующую номинацию «Певица года». Певица года. Клава Кока, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, Мэри Гу, Мия Бойко. 2, 1. Люся Чеботина! Для меня это очень важная награда, потому что каждый год появляется все больше и больше классных, талантливых, абсолютно заслуженных, крутых певиц. Даш, в следующем году эта награда должна быть твоя. А в этом году это награда Люси Чеботиной! Благодарим нашего генерального партнера. Здесь аплодисменты. Интернет-портал Rambler. Здесь вы найдете все самое интересное, что есть в сети. А еще новости и интересные статьи на любую тему. Гороскопы, бесплатное гадание, почту и погоду. Дорогие друзья, мы приглашаем следующего или следующих артистов. Их песни знают наизусть. И дети, и взрослые, и даже баста. Встречайте, дамы и господа, Хамали и Наваи! Из блокнота в мусорку листики, как в пустоту. И опять на кухне осень, дождь холодный по щекам. Наберу твой пистыхан, но цветок не поливает вовсе. Кроме бога и сердце бог, новый жизненный урок. Ты себя влюбляться не просила, на двери опять замок. Чувствую дым под потолок. Его портрет повешен криво. Раз, два, три, кавычки будут спичкой. И дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка. Позовет и ты опять сорвешься. По-любому знаешь, дура, потому что по ночам подушку плачет и опять скучает о нем. Не звонит и пусто, но на сердце пусто. Плачет и опять скучает о нем. Скучает о нем. Дура, потому что ты его игрушка. Скучает о нем. Дура, потому что опять в эту ловушку. Истинный поток, антидепрессант залог. Мысли на крыску гроб, да как он мог, да как он мог. Ты ему секреты в раз, за секунды сотни фраз. А он с другой, как и с тобой, совсем другой, совсем не твой. Отпускать так сложно, лезешь вон из кожи. Ты себя влюбляться не просила. И остывший кофе вновь напомнит тебе про него. Про него. Себе ты обещала, будешь сильной. Раз, два, три, кавычки. Свечка и дождь.
дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка позовет, и ты опять сорвешься по-любому, знаешь. Дура, потому что по ночам подушку плачет и опять скучает она. Не звони, ты пусто, но на сердце пусто. Плачет и опять скучает она. Скучает о нем. Дура, потому что ты его игрушка. Скучает о нем. Дура, потому что опять в эту ловушку. Давайте вместе. Раз, два, три, кавычки. Спичкой. И дотла сжигаются совместный альбом. Только вот привычка, ты к нему как птичка позовет, и ты опять сорвешься по-любому. Спасибо большое. Обнимаем каждого. Любите друг друга. Спасибо, Жара. Ну а мы переходим к номинации, вызывающей волнение даже у самых серьезных исполнителей. Итак, номинация «Хитмейкер года». «Хитмейкер года». Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери, Мот, Хамали и Наваи, Джонни. Я предлагаю на счет раз, два, три. Хорошо, раз, два, три. Три! Мот! Хитмейкер года – это Мот! Ой, ой, какой красавец! Мистер Оверсайз. Большое спасибо там, большое спасибо вам. Большое спасибо в этом зале. Также сидит человек, с которым мы в этом году написали все наши песни. Алекс Давиа, дайте шуму. Спасибо большое, пусть победит любовь. Спасибо. Обожаем, Мо! Классный. Хитмейкер года. Дамы и господа, песня «Невеста» Гаязовс Бразерс. Встречаем! Идемте танцевать. Как странно слышать от Гаязовс Бразерс такие песни. Ну давай. Без пяти минут жена, невеста навсегда моя одна. Ты честно, для других ведь в сердце нет. До места наша свадьба, два кольца, мы с тобой до конца. Без пяти минут жена, невеста, наша судьба сплетены. Так тесно, в белоснежном платье ты. Чудесно, наше в унисон сердца, мы с тобой до конца. Без пяти минут жена, научи меня дышать правильно. Выдыхай никогда, разучи меня, путь против течения. Это мучение, я претендую на любовь посильную. Разделим на двоих судьбу и фамилию. Что если бы тогда прошли друг друга мимо мы? Я не хочу об этом думать, даже милая. Я не хочу об этом знать, не сейчас, пойми. Я для тебя, я про тебя, моя Мона. Сегодня все не так, это главное. Ты научи меня дышать только правильно. Без пяти минут жена, без пяти минут жена. Невеста навсегда моя одна. Ты честно, для других ведь в сердце нет. До места наша свадьба, два кольца, мы с тобой до конца. Без пяти минут жена, невеста наша судьба. Сплетены. Так тесно, белоснежно платье ты. Чудесно, наше в унисон сердца. Мы с тобой до конца. Без пяти минут жена. На сердце лед, а в душе зима была.
который год. Оно осколком из стекла, но ты зажгла сердце и мои глаза. Мы пронесем через года любовь, что дарят людям ангелы. Или, может, и ты одна из них, мне просто повезло увидеть тебя, в остальных подаришь крылья мне. А может, это и не так, и я все выдумал, чтоб быть поближе к небесам сегодня. В белом все, в белом все, белым бело, белым все, в белом все. Мне повезло быть с тобой, жить с тобой, жизнь делить с тобой и называть своей женой. Без пяти минут жена, без пяти минут жена. Невеста навсегда моя одна. Ты честна для других, для сердца нет. Там место наша свадьба, два кольца, мы с тобой до конца. Без пяти минут жена, невеста, наши судьбы сплетены. Так тесно в белоснежном платье ты. Чудесно наше в унисон сердца, мы с тобой до конца. Без пяти минут жена. Счастливы, несмотря ни на что, несмотря на любые времена, какие бы они ни были, сложные, легкие, тяжелые. Любви всем. Та самая номинация «Медиа персона года». Специальная номинация этой премии, и для ее вручения мы приглашаем на сцену руководителя медиа-холдинга «Жара» Анну Соколову. Встречаем бурными аплодисментами. Аплодисменты! Какая красотка, какая шикарная! Пожалуйста, давайте аплодисменты, друзья, все вместе. Ну что, сегодня у нас знаменательное событие. Первая премия «Жара Медиа Awards» под эгидой объединения всех трех направлений холдинга «Жары Медиа». Я бы хотела поблагодарить в первую очередь наших любимых, замечательных артистов, нашу прекрасную команду «Жары» и, конечно, каждого зрителя в этом зале. И впереди нас ждет наша специальная номинация «Медиа персона года». Ее заберет тот артист, который заполнил собой все инфополе и достиг высокой популярности благодаря своему стилю и самобытности. «Медиа персона года». Победителем безоговорочно становится «Инстасамка». Громче, громче, громче! Эту премию мне муж купил. Эту премию мне муж купил. Я благодарю своего любимого мужа, продюсера и господина. Я люблю тебя, спасибо. Ваши аплодисменты, Инстасамка! Ребята, больше аплодисментов, потому что каждую фотографию Даша потом репостит и лайкнет. Итак, встречайте, Инстасамка! Мне люди говорят, что время это важно. Попрошу мужа новые часы. Я молчу, когда мы стоим у кассы. Он не услышит, никогда не бери. Мне нужно это, мне нужно то. Мне нужно это, мне нужно все. Миллионы мазов для меня ты ничто. Что ты там сказал? Ты вообще кто? Я заработала столько бабла. Мои внуки будут носить Гуччи. Когда я прохожу, все смотрят на меня. Мой телефон от лайка включит. Вижу на витрине магазина новый став. Покупаю все, на что упадет взгляд. Солью кэш на карте до нуля. Потом возьму вторую и потрачу до конца. Я отключаю телефон. И я потрачу миллион. Мой новый эталон. Это Louis Vuitton. Деньги со всех сторон. Это мой новый закон. Мы ссорим баблом. Мы ссорим баблом. Мы ссорим баблом. Мы ссорим баблом. Мы ссорим баблом.
Спасибо всем зрителям, большое спасибо, что следили за трансляцией. С вами были Валя Карнавал и я, Мэтью МакКонахи. Чао, пока! Пока-пока!